Итак, друзья, в этом видео предлагаю заглянуть внутрь вот такой вот коробочки из комплекта ZIP, измерителя параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем L242. Сам прибор предназначен для измерения статических параметров мощных транзисторов на входном и выходном контроле в цехах и в лабораториях. Состав данной коробочки указан в сопроводительном ярлычке. Кроме ящика, в него входит 9 адаптеров под разные типы транзисторов, коммутационная плата, 2 соединительных кабеля, один из которых берегите как зеницу ока, потом не достанете, и небольшой ZIP из 2 видов предохранителей на 1,3 ампера, и лампочки SMN682. Сами адаптеры представляют у себя вот такие блочки с крышечками, которые откидываются при нажатии на пластиковую кнопочку, и под ней мы видим контакты для подключения разных транзисторов. Эти блочки вставляются вот в такой пульт. Для вставления в пульт на каждом блочке имеется разъем типа RP10. И уже пульт подключается вот через эти гнезда к самому прибору. А теперь, друзья, не торопясь, с 1 по 9 рассмотрим все адаптеры и контакты, которые на них есть. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.